Ребята, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода, и у нас какое-то чудовище, я даже не знаю, что это за лейтун, вот так вот приглядевшись, реально это какое-то новое существо, я бы не сказал, что он модернизированный, что это у нас за вид такой, это у нас Феникс 44, но он не похож на Птеранодона, непонятно, кто он такой, вот так вот выглядит его статуэточка, то есть мы ее... получим через сколько? Через 3 дня мы получим ее как раз в понедельничек и будем выполнять это задание. Пойдем сейчас сразимся. Кем пойдем? Ну, для начала сразимся, наверное, самыми сильными своими составами. Так, кто же это может быть? Кто у нас тут будет раздавать? Наверное, первым пойдет. Все-таки Юдон. Юдон и 2 Сигназуха. Ну, наверное, как-то так. Феникс 44. Кого он мне напоминает? Вот это жесть! Жестячок, ребятки. Выглядит он прикольно. По крайней мере, он не хуже, чем... был Птеранодон, чем Валькирия. Так. Ну, думал по-быстрому пробить, но ладно, не надо. Не надо спешить, нужно нам баллы поднакопить. Во, гаденыш-то какой. Так, давайте накупимся. Феникс 44. Это выглядит ужасно. Действительно внушает страх. Эх. Ладно, не пробили, ну и ладно. Ой, черт, умер. Пробили таки. Напоминает какого-то некроморфа, зомбака, не знаю. Что-то вроде такое вот. Какие-то наросты, типа, знаете, кровяные, как у... У кого же это были такие ткани? Ну, типа, как у зерга, вот это есть такая живой пол, так сказать. Ну, у чужих нет, оно было не живое. Вот, не помню, где-то в каком-то фильме точно это видел. Так, ну что, Феникс 44. Атакует на 6 и пробьет нас, да? Нет, не пробил, не пробил. Так, я его добиваю. То есть троих легко пробивает Юдон. Можно было бы постараться поберечься, еще бы повоевать. Четыре. Атакует на 3. Ну, давай. А-а-а, идеальный удар был. Ну, на 3 не пробьет. Так, ну, мне главное 8 ударов накопить. Я за 8 смогу его пробить, но если у него не будет в защите ничего. Во-во-во-во. У него остался 1 балл, я думаю, это будет неплохо. Мы как раз его пробьем, и будет хороший финал. 5 фениксов. Шесть ударов нам достаточно. Нет, недостаточно. Вот, блин, 2000 не хватало. Блин, пришлось бить все. Так бы я 1 балл в защиту поставил.
107 тысяч урона нанес Сигнезух. Но больше урона никто не может нанести. Даже Индораптор. Так, ну а в следующую серию, ребята, я буду снимать уже под своим аккаунтом. И там будет у нас троица самых сильных. И там будет Индораптор в том числе. 199 тысяч урона мы ему нанесли. И этого, думаю, достаточно. Точнее, недостаточно. Это необходимо выполнить было хотя бы один бой, чтобы получить эту статуэточку. А остальное 10 миллиардов урона, я думаю, мы нанесем. Так что всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Феникс 44 снова возродится, а мы его будем нагибать. Например, Индораптором 999 уровня. Как вам? Может быть.